Вот как проверить, безопасны ли зеркала в отеле, и это может спасти вам жизнь. Эта женщина подозревала, что зеркало в ее отеле двустороннее, и за ней кто-то наблюдает. Но она сделала квадрат из 4 кусков ленты и закрасила левую верхнюю часть черным маркером. Конец вас шокирует, и вам предстоит понять, шпионил за ней кто-то или нет. Она раскрасила следующую часть зеленым цветом и не могла дождаться разгадки тайны. Но она заполнила другую часть красным. Правый нижний угол ей тоже пришлось закрасить, и он стал синим, прежде чем она обвела контур квадрата. Но ничто не могло подготовить вас к концу. Она заклеила середину скотчем и прижала ее. Вот тут-то и началось настоящее безумие. Она отклеила верхнюю часть скотча и медленно потянула его от зеркала. Но цветы сразу же отклеились. Последняя часть, самая важная, если вы хотите быть в безопасности в отелях. Она прижала ноготь к стеклу, и, к счастью, между ногтем и его отражением был зазор. Но если зазора не было, значит, зеркало было двусторонним, и кто-то мог наблюдать за ней с другой стороны.